Областное правительство окажет поддержку ДЖЭМ «АвтоВАЗ» для запуска серийного производства нового внедорожника второго поколения. Глава региона с рабочим визитом посетил тольяттинское предприятие, которое выпускает автомобиль «Нива Шевроле». В ходе встречи губернатору презентовали концепт-кар. Это совершенно новая, качественно усовершенствованная автомашина. Подробности о комплектации пока не разглашают, но уже сейчас известны главные преимущества этого внедорожника. Это новые двигатели, трансмиссии, системы безопасности и комфорта. Планируется на дорогах новый автомобиль появится не раньше 2016 года. Также в ходе встречи обсудили экономическую ситуацию на предприятиях GM, АвтоВАЗ и АвтоВАЗ. Глава региона отметил, что отечественный автопром существенно укрепляет свои позиции на рынке. Увеличилось количество контрактов на экспорт. Если в прошлом году за границу удалось реализовать только 51 тысячу автомобилей, то уже за два месяца подписан контракт на поставку 80 тысяч ВАЗовских машин. Как подчеркнули все участники встречи, в условиях высокого курса иностранной валюты – это выгодное предложение. Рассматриваются такие живые, скажем, проекты, которые начаты и уже реализуются, для того, чтобы их завершить до конца, и чтобы был в итоге, там, спустя год-полтора выдавал продукт, появились новые рабочие места, новая налоговая база, налогооблагаемая база. И эту тему мы сейчас очень подробно обсудили. Есть тут разные точки зрения, но я думаю, в целом, мы вот дальнейшие наши общие шаги приведут к тому, что проект будет продолжен.